Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесе, а нас на земле сподоби чистым сердцем. Храня и сквозь гармонию молитвенного пения он громом неба всколыхнул меня. Издревле благовест над русскую землею пророка голосом о небе нам вещал. Так солнце луч весеннюю порою к расцвету путь природе освещал. К Тебе, о Боже, к Твоему престолу, где правда, истина, светлее наших слов, я путь держу по Твоему глаголу, что слышу я сквозь звон колоколов. Христос воскресе! Очень приятно, что этот первый пасхальный фестиваль собрал столько много детей, родителей, педагогов, просто тех, кому интересно то, о чем сегодня пойдет речь с этой сцены. Каждый приход, любой приход, это небольшая семья. И, конечно же, праздники пасхальные проходили в каждом приходе. И, открывая
первый пасхальный фестиваль Одинцовского благочиния, мы решили собрать эти семьи в единую дружную семью, которая сегодня находится здесь в зале, и поделиться этой пасхальной радостью со всеми, кто сегодня приехал на этот праздник. На сцену с песней «Весну звали» приглашается Успенский храм, руководитель Настевич Виктория Николаевна, хореограф Токарева Евдокия Алексеевна. Воскресной школы Покровского храма села Акулово исполнит для нас с вами духовный кант «По над Русью». Руководитель хора Шестакова Екатерина Аркадьевна. Встречаем, пожалуйста. Воскресенье!
приглашаем Серафимовский храм города Голицына с песенкой «Христос воскресе». Руководитель Жданова Марина Владимировна. Размах русской души представят воспитанники воскресной школы Спасского храма села Усово. С русскими народными песнями поют в сердцах колокола, дроздок и дразнилка Иван Балабан. Исполнять они их будут на исконно русских и немножко нами забытых балалайках. Субтитры сделал DimaTorzok.
На сцену приглашается молодежный хор воскресной школы Гребневского храма города Одинцово. Руководитель Кубышкин Алексей, композиция «Ангел вопияшек». Храма села Большие Везёмы с песней «Добрая сказка». Руководитель группы Берлязева Светлана Валентиновна. Добрая сказка с хорошим концом.
На сцену приглашается воскресная школа Георгиевского собора города Одинцова. Поселка Лесной Городок с песней «Христос воскрес» и завершает нашу сегодняшнюю программу. Есть в нашем мире место чудесам, что озаряют цветом наши лица и согревают хладные сердца. Святой непостижимой благодатью и слышатся повсюду все слова, что издавна таинственно приятны. Ликуй и пой, земля и небо, есть в мире место для чудес. Настало время правой веры, Христос воистину воскрес!
ликуй и пой, земля и небо, есть мир и место для чудес. Настало время правой веры, Христос воистину воскрес. Важнее множество открытий, Христос спасение принес и пострадал за нас смиренно. Он даровал нам благодать, чтоб мы могли благоговеть Его в сердца свои принять. Ликуй, пой, земля и небо, есть в мире место для чудес. Настало время правой веры, Христос воистину воскрес. Ликуй и пой, земля и небо, есть мире место для чудес. Настало время правой веры, Христос воистину воскрес. Мир осветился милостью воскресной, и теплым ветром благость нанесли. Вдруг сонные ангелы воспели, дарили ли росу с небес. Победа смерти воскресенья, Христос воскрес! Христос воскрес! Ликуй и пой, земля и небо, есть мир и место для чудес. Настало время правой веры, Христос воистину воскрес. Ликуй и пой, земля и небо, есть мир и место для чудес. Настало время правой веры, Христос воскрес.